Вадим Акилович, ваше впечатление о сегодняшнем матче в Новокузнецке, насколько легко далась победа? Она, в принципе, далась нелегко. Это у нас первая победа. Мы в домашних играх вроде и имели какое-то преимущество, но у нас очень слабая была реализация. Мы практически бросали во все места и в штанги, и кроме ворот. То есть была слабая реализация. В принципе, здесь по сегодняшней игре, ну, использовали моменты и использовали, наконец-то, большинство. У нас страдало большинство. И такой результат, наверное. Казань – один из немногих городов в России, где есть вот такая вертикаль в виде клуба КХЛ, клуба ВХЛ и теперь клуба МХЛ. Как считаете, насколько это полезно для ребят? Ну, это, в принципе, полезно. В принципе, полезно. Но надо все равно время, чтобы привыкнуть. У меня вот в этой команде, вот сейчас которая, всего 2 или 3 человека в прошлом году играли в МХЛ А. Остальные играли в МХЛ Б. И они, ну, то есть с каждого возраста лучшие. Они у нас кто в Канаду, кто в МХЛ А играл и в этом году в высшей лиге. А здесь уже ребята, которые, ну, уступали по мастерству, и после МХЛ Б они вот в этом году только начали играть в МХЛ А. И много у нас, ну, молодых ребят, которым тоже надо время какое-то, чтобы привыкнуть к этой лиге. Если ваша команда сегодня в Новокузнецке побывала, можно сказать, первый раз, то вы в Новокузнецке уже, скажем так, не первый раз. В 97 году вы играли за «Металлург», провели около 15 матчей. Какие воспоминания об этом этапе карьеры у вас остались? Ну, хорошие воспоминания, хороший тренер, это царство ему небесное, Сергей Алексеевич Николаев. И хорошие ребята. Вот мы вот сейчас с ребятами, вот с Сашкой Китовым, с Андреем Евстафьевым, вот, с которыми вместе играли, увиделись, там обменялись какими-то мнениями. Но приятные воспоминания о Новокузнецке. Александр Сергеевич, на ваш взгляд, в чем причины сегодняшнего поражения и в чем причина того, что так много пропустили сегодня? Ну, сложно сказать. Будем разбираться. Не знаю, по какой причине, но провалили второй период. И не сказать, что сил не было, силы были. Может быть, кто-то уже почувствовал себя в составе, в команде. Но ко многим ребятам огромные претензии, начиная с вратарской линии и заканчивая нападением. Будем разбираться, будем принимать меры. Одного вот уже освободили вчера, игрока Вейтова. Так что, может быть, кто-то еще на подходе. Будем еще дальше омолаживаться. В расположение команды прибыл Кирилл Щукин, начинавший чемпионат в чемпионате Казахстана. Сегодня первая игра его за «Медведей». Что скажете по его функциональной готовности к сезону, ну и в целом первая оценка его игры? Ну, сложно что-то сказать. Парень 24 часа в автобусе проехал. Вот сегодня второй день в Новокузнецке находится. Конечно, это не тот игрок, которого мы ждали. Но я думаю, он день 2-3 придет в норму. Сейчас пока сложно какую-то оценку давать.